что новый день. Утро. Мы позавтракали. Не сказал бы, что супер-пупер завтрак. Но нормально. Сейчас 9 часов 30 минут. Идем гулять вокруг отеля. Говорят, тут какие-то лошадки, коровки, какие-то конюшни. Сейчас увидим, что здесь есть. Мама вчера ночью говорила, что пахнет лошадками. А, ну да, помню. Помнишь? Да. Или маму приглючила. Смотри, какой мостик. О, речка. Смотри, какая прозрачная, чистая речка. Я уже вижу, как мама, вот это видишь лошадку? А это так мы смотрим, по-моему. Нет, тоже видим здесь пятнышко, и здесь тоже видим нашу половину. Тут даже посидеть можно, смотри. Смотри. Стесняется лошадка? Скорее. Мама, она все равно не приводит. Там закрыто. Мама, она сейчас будет перед нами красоваться. Делать. А нет, она пошла. Мы могли, кстати, сразу прояснить, что нет. Так, только не трогай, потому что электричество. Лошадка, привет. Ну подойди поближе, посмотри. Здесь вот встань, рядышком со мной. Я хочу ее погладить. Смотри, нивелирование, у нее черное. Как у тебя? Нивелирование. Вот как тебя зовут, лошадка? Может, там написано где-то, да? Нет, не написано. Пойдем к другим лошадкам сходим, посмотрим. Вот так можно. Да. Пойдем? Ага, лошадка. Смотри, какой цвет интересный. Привет, лошадка. Мама, реально интересно. Здрасте, здрасте, скажи здрасте, здрасте. Не, не хочешь? Мама, вот видишь, у нее вот эти ноги белые, угу. А здесь черт. Он или маленький, или порода такая, или это пони. Смотри, она вот так много понравилась. Это он здоровается или от мошек? Нет. Отбивается. Нет, он, наверное, здоровается. Ну ладно, ну, все, мы пойдем. Тут вдоль этого царства всего речка протекает. Настолько прозрачная, что даже дно видно и все, что там на дне находится. Камушки даже видны. Что? Обнаружили тут дерево интересное. Вот срубленные ветки сломанные. Здесь растет вот такая интересная шишка. Это, видимо, какое-то хвойное дерево. Но шишки действительно интересные. Таких ни разу не видел. Вот этот мостик. Красиво. Как аллея, как водяная. Что, здесь коровы есть? Ну да, хрюшки вон, коровки, курочки. Так не в лесу.
речка? О, смотри, какая огромная река. Такая быстрая стоит в течение. Ого. Нет никаких коров. Слушай, чистенькая такая. Это променад, наверное. Ну, пройдем туда или сюда? Давай до мостика до того дойдем. Сколько у нас времени? 10 часов? О, смотри, а там порог. Видишь, Лиза? Там такой, как водопадик маленький. Интересно, а вот эта речка, которая, до которой мы там шли, маленькая, она, наверное, оттока отходит. Сейчас. Что за упырь? Я слышал тоже какие-то бешки. Это вообще это электростанция? А это, смотри, это шлюз. Смотри, ящерка. Вон. Видишь ящерка? Вот. Вот. Рядом с листиком. Вон, двигается. Видишь? Убежала. Пошли. А это водохранилище. А там шлюз. Он не шлюз, а как это называется? Да. Давай быстренько сходим туда. Потом поднимемся наверх и пойдем в сторону обратно. Что это у нас такое? Что-то такое на итальянском написано. Парк Тикино, Сентьеро де ля Конка. Ого! Водохранилище вот это вот получается. И воду сбрасывает. Она идет туда. А часть уходит туда. На электростанцию. Смотри, а при чем тут еще русло, да, еще одно. Эти два русла параллельные идут.
такой бурлёж тут устроился, да? Это шлюзовальный канал. На пароходиках, корабликах, наверное. Местная достопримечательность, наверное. Но симпатично, да? Самолетчики летают. Это да, это как, знаешь, когда водичка падает, пенка такая образуется. Слушай, ящериц тут, конечно, миллион. Да? Ой, коровки. Не надо пугать коровок. Они молочко дают, видишь? Это мокрый нос. Ой. Ой, язык как теплый какой язык. Мокрый, теплый. Маме, хочешь потрогать? Нет, не хочу. Ты не трогай точно. С твоими бацинками. Угу. Такие хорошенькие. Угу. Это. Вон еще коровка. Угу. Там еще. Раз, два. Три. Два, подожди. Раз, два, три, четыре. Они такие интересные, они не похожи на наши коровы, да? Они такие маленькие. Папа, восемь коров. Восемь коров. А восемь коров. Это, по-моему, не коровки, это бычки, кстати. Потому что по половым признакам у них вымя нету. Это бычки, зайка. Это не коровки, это бычки. Это не, а вот коровки, пап, видишь? Это не семь коров. Ой, не столько коров. И там еще корова. Значит, их здесь... Хотя нет, вот это бычки. Мань, да смотри, это бычки. Пап, вот это бычки, видишь? Ну, видишь бычки? А там коровы. Ну, наверное, все молодые. Папа, значит, все коровы. Ну да, это такой бычок, бычок. Бычок, точно, бычок. А ты? Нос розовый, розовый. Язык? Язык такой. Он хочет меня съесть? Лиза, он хотел меня съесть? Да блин, я теперь забыла, сколько они. А вот, наверное, постарше. Вот это постарше. Вот это уже постарше. Ну, смотри, такие все серьезные такие стоят, смотри. Здравствуйте, Муи. Ого. Рогатый. О, смотри, вот это бычок. Вот это бычок. Вот это хороший бычок. Здравствуй, рогатый. А там лиса, смотри. Где эта кошка? Такая борода у тебя. Попахиваешь, конечно, не очень. А, ты какой-то... Мам!
Пошли барашеков посмотрим. Нет, маленькие. Это козочки, то есть. Козочков, ты такой беленький. Ты такой красивенький. Морда. Там еще кто-то есть. Где? А там тоже козлик. Лиза! Ой, они тут кушают, Лиза. Лиза, они тут кушают. Это был кто? Это был Му или Пук? Мук или Пук? Смотри, они тут кушают. Ничего, просто кушают. Можешь дать им травку. Так, вот травку вытяни, пускай скушают травку. Вот тебе иду, смотри. Ну ты такой бычок, просто бычок. Семенитель. Такой он здоровый, да, бычок? Такая мощь у него мощная. Да? Хотел меня съесть. О, недовольный, что я не дал понюхать пальчиками. О, самолет. Еще самолет. Побычи? Ну скажи, как тебя зовут? О, ой, вот это козявочка, точно. Это козявочка девочка, это вымя. У козявочки. Фу, какие они пахучие. У меня борода есть. А у них у всех борода есть. Ой. Видишь, какие рога? Можно так вот сделать. Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. Ну как это? Не в этот. Лиза, смотри. Где твоя рожка, козявушка? Позови его. А ты можешь чуть-чуть, Лиза, чуть-чуть рядышком встань? Лисей, встань. А, ладно. Смотри, как идет козлик. О, смотри, Елисей. Топ, 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 топ. Топ. А там бодался, да? Да. Ну, ты поделай что-то. Хача! Все, достаточно, достаточно. А теперь вместо лошадок вывели осликов на прогулку. Это чтоб садиться на лошадку. Но мы ходили вокруг этой. Только лошадки были, а сейчас ослики. Милашки. Мама, ослики были, где я сейчас заходила. Я за тобой сижу. Мне рука трясется. Это мушек отгоняет. Он, мушки щекотят? Где еще один? А, вот он. Смотри, уши какие большие. Лиза, смотри, к тебе идет.
нравится розовый цвет. Он хочет стать розовым пони. Отличное место посозерцать окрестности. Интересные стульчики. Там их вон больше. А там животные. В общем, у нас чекаут 10 часов. Нам разрешили до 11 потусоваться еще здесь. Вот. И мы уже погуляли. Нашли тут замечательные креслица. Решили посидеть, отдохнуть. Нам до самолета еще осталось порядка 4 часа. Мы еще здесь побудем. Потом сели на шаттл. Нас довезут до аэропорта. Будем уже тусоваться там. Вот мы здесь. Здесь какая-то ферма. Выращивают хрюшек, лошадок, курочек. Мы сейчас в аэропорту Милана Мальпенса. Мы ждем своего гейта. Объявят минут, может, через 15-20. Поэтому пока что ждем. Набрались гостишки до аэропорта очень быстро. За 10 минут. Когда объявят, пойдем гейтом. Пока был в туалете, объявили гейт. Аэропорт большой. Сколько гейтов. Это только часть. Да, трудно. С двумя рюкзаками, с чемоданом и рюкзаком. С ребенком, у которого температура поднялась. С утра. Ну а так, в принципе, все пока нормально. Идем. Ну, уже, конечно, получше таблетку принял. Мелкая нашла себе транспорт для передвижения, так она по аэропорту носится. Сели в самолет, наконец-таки. Еще 2 часа, и мы будем уже в Подгорице. Ты рада? Да! Я рад. Хочу уже побыстрее туда. Да? Что там будешь делать? Купаться, развлекаться? Да. Правильно. По прилету берем машину в аэропорту и едем в Кортор. Там нас ждет дом. В этом доме будем жить 10 дней. Ну, собственно, 9,5-9. Так что дальше будет интересно. Смотрите. Подгорица, Черногория. А ушко болело. Лиза ушко заложила, да, болело. Ничего. Это не страшно, потому что это проходит. Ladies and gentlemen, welcome to Podgorica Airport. The local time is 3 minutes past 6. Время 6 часов. У меня все равно ушко болит. Вечера. Погода какая-то такая странная. Не пасмурная, но и не солнечная. Понятно. Вот сегодня днем было очень жарко. Сегодня днем в Милане было очень жарко. Да. Ну, там горы, смотри, велики. Да, вижу. Да. О, самолет. Вот, летает самолет.
Видели самолет? Если видели... Поставьте лайк. Да. Он там летит. Ну ладно, все. Мы приземлились, слава богу. Завтра еще будет видео много-много-много.